Глава Apple обратился к Конгрессу США посредством статьи в журнале Time. Глава Apple Тим Кук написал статью для журнала Time, темой которой стала безопасность конфиденциальных данных. В статье Кук призвал к отстаиванию права на неприкосновенность личной жизни и назвал недопустимым ситуацию, когда компании еще один год будут безответственно накапливать огромные объемы данных о пользователях сети. Напрямую глава Apple никого не называл, но и так ясно, что речь в том числе идет о Facebook, которая в прошлом году попала в крупный скандал, связанный с личными данными пользователей. Кроме простого выражения своих мыслей, Тим Кук обратился к Конгрессу США, попросив его принять пакет реформ, направленных на защиту личных данных людей. В частности, Кук напомнил, что еще в прошлом году изложил четыре основных принципа, которые должны быть узаконены. Во-первых, это право на минимизацию личных данных. Во-вторых, это право знать, какие данные собираются той или иной компанией и по каким причинам. В-третьих, это право на доступ к возможностям редактирования и полного удаления своих данных с той или иной платформы. И в-четвертых, это непосредственно право на безопасность личных данных. Отдельно глава Apple отметил, что большинство действий, связанных с сохранением личных данных пользователей сети, происходит незаметно. К примеру, когда кто-то покупает товар в онлайн-магазине, данные о его покупке могут быть переданы магазином третьему лицу или брокеру данных, но пользователь об этом знать не будет. И с этим также нужно бороться, как считает Тим Кук.